дзюдо как вид спорта начал развиваться в начале 70-х годов прошлого века. Основоположником развития является Семен Абрамович Гуманов. На базе Белорусского политехнического института были первые секции созданы. Спортсмены, которые занимались самбо, у которых были результаты хорошие по самбо, составляли основной костяк. Первые выступления были на спартакиадах народов СССР, уже сборная Белорусской ССР выступала. Первым призером чемпионата Союза был Юрий Кожарский, также воспитанник Семена Абрамовича Гуманова. Из международных стартов впервые Беларусь представил Александр Уклашевич на чемпионате Европы, где занял второе место. Это было в 1962 году. После постановления о развитии дзюдо в Советском Союзе в 1971 году была создана Федерация дзюдо Советского Союза. В дальнейшем сборная нашей республики удачно выступала и на чемпионатах Союза, на спартакиаде народов. 79 года заняли пятое место почему. Уже 80-е годы успехи стали более ощутимы. По молодежи были хорошие выступления, интересные. У нас появились чемпионы Европы еще в 70-е годы. Василий Косенюк, первый наш чемпион Европы по юношам. Ну и значимых успехов, я скажу, Виталий Иванович Песняк стал трехкратным чемпионом Европы по взрослым. Суверенная Беларусь стала. Мы смогли отобраться, наши спортсмены отобраться на Олимпиаду в Атланте. Выступили без медали, но тем не менее показали определенный результат. В Сиднее пришел первый успех. Анатолий Ларюков в весовой категории до 73 килограмм занял третье место. Это была первая олимпийская медаль для уже суверенной Беларуси именно по дзюдо. Ну и основной успех такой большой в 2004 году. Игорь Макаров занимает первое место в Афинах. Мы много раз становились и призерами Европы в командных соревнованиях. Были большое количество медалей. Это чемпионы и Рашат Мамедов. Вот первый чемпион Европы именно в суверенной Беларуси. Всегда белорусы вот отличались такой интересной индивидуальной техникой, не характерной для классических захватов, там, классических приемов, отличались вот такой своей индивидуальностью. Молодежь хорошая подрастает, стали призерами командных соревнований в Европе второго места, на мире было третье место, именно в командном зачете. Подготовка идет к Олимпиаде плодотворно. Европейские игры в июне месяце. Приходите наслаждаться дзюдо.